Чуть больше месяца до выбора во Франции, как стало известно, 11 кандидатов поборются за президентский пост. Именно столько политиков собрали 500 подписей депутатов, нужное количество для участия в первом туре голосования 23 апреля. Об этом заявил председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус. По результатам последнего опроса компании Ipsos, наиболее вероятным победителем является бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон.